Прежде чем в работу с оружием добавлять шаги, необходимо разучить их основы. Все начинается с пружинки. Начинается раскачка центра тяжести. В идеале шаг начинается при раскачке. Шаг происходит с переносом центра тяжести. Что делается одной ногой, повторяется другой. Все эти движения затем накладываются на работу с оружием. Все шаги происходят по траектории полукруга. Условно обозначим два шага – внутренний и внешний. Внутренний шаг начинается с носка. Внешний шаг начинается с пятки. Чем сложнее связка, тем сложнее комбинации внутреннего и внешнего шага. Пример наложения этого шага на работу с оружием будет применено в следующих видео.